Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Дорогие друзья, сегодня день памяти белых журавлей. Мы очередной раз с вами здесь, на памятном месте нашей Ивушки. Мне, как внуку двух дедов, погибших в годы войны, сегодня в форме капитана второго ранга запаса хочется сказать, что день сегодняшний, он ознаменован датой 320 лет флоту России. Именно в октябре месяце царь Петр подписал указ быть флоту России. Много флотских полегло в годы Великой Отечественной войны. И 30 октября морским собранием поручено мне выступить на Поклонной горе в день памяти флотских наших воинов. Сказать о том, что мы делаем, как мы делаем, а нам есть чем гордиться. Благодаря вам, вашей памяти об отцах и дедах наших. Спасибо вам и поклон вам до самой земли. Спасибо, Владимир Дмитриевич. И снова голос оттуда. А у мертвых, безгласных, есть отрада одна. Мы за Родину пали, но она
спасена. И недаром боролись мы за родину мать. Пусть не слышен наш голос, но вы должны его знать. Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить. Объявляется минута молчания. Почетный караул с поста номер один покидает нашу плакучую Ивушку. Смена! Пост сдать! Смена с поста! Шагом! Марш! Спасибо.